Михаил Романович ушел. Тоже ушел. После него Дмитриев, генерал-лейтенант, тоже ушел. Ну, причем Дмитриев-то был интересный мужик. Он же был командиром бригады истребителей танков. И когда я с ним познакомился, он мне говорит: вот я, говорит, твои танки истреблял, а ты меня истреблял. Я говорю: вы что, у гитлеровцев воевали? Он шутник был большой. Да нет, я был командиром бригады противотанковой со знаменитыми нашими пушками 85, которая потом была поставлена... На танк. Да, пушка Грабина. 76 замедили на 85. Да, на 34-ке. На 34. И мне еще с ней пришлось повоевать немножко. С этой пушкой. Отличная пушка. Мне задели они губы, а только внутренность. Я там какую-то команду или матерился, в башне танка стоял. И вот этот осколок мне изуродовал рот. Прямо художественно, понимаете? Ювелирная работа. Ювелирная работа, да. И когда я попал, привезли меня на эту Шабовку, эти молодые врачи, хирурги, терапевты там, значит, дантисты такие, просто анекдоты обо мне рассказывали. А вот одна из них, самый талантливый хирург, она заведует сейчас этим отделением хирургическим.